А господа, всем привет! С вами снова Александр Мардынский и товар с интернет-магазина tomtop.com, конечно же. Ведь какой еще интернет-магазин может дать Сане хоть что-то на обзор? Собственно, еще раз скажу товарищам, которые не понимают, как они сюда попали, я не снимаю обзоры уже больше года. Я снимаю распаковки и быстрый взгляд. Собственно, сегодня у нас на распаковке вот такой вот замечательный ТВ-бокс, в котором заявлено, что он четырехъядерный, Cortex-A53, ГПУ Mali-Davlin MP2. Я даже не знаю, насколько Mali продвинулись в изготовлении видеоускорителей. Называется T95X2. Чем он меня привлек, чем он, собственно говоря, меня заинтересовал, почему я его попросил? Потому что, во-первых, у него поддержка нового кодека H265, то есть, соответственно, больше сжатия у видео, больше качества влезает в стандартный размер файла. Четырехъядерный процессор, 4К поддержка телевизоров, вот такая вот незамысловатая упаковка, обыкновенная, недорогая, кстати. Сам бокс что-то около $50 стоил, если я не ошибаюсь. Итак, нам заявлено 4 гигабайта оперативы, 32 гигабайта накопитель свой. Android 8.1. Вообще на свой накопитель внутри вот таких машинок мне абсолютно насрать, потому что вы можете купить и установить в него любую флеш-карту. Соответственно, как люди и делают нормальные, адекватные, они не смотрят фильмы онлайн, они качают нормальные рипы с торрентов в хорошем качестве и смотрят уже их непосредственно с флешки или с жесткого диска. Собственно, вот такая вот коробка. Что можно сказать? Она отсырела. То есть она отсырела, поскольку в Шэньчжэне влажность нынче бешеная. Но нас интересует больше содержимое. Давайте же поглядим. Такой вот маленький ТВ-бокс, очень легкий, размером с телефон. Отложим его пока в сторонку. Давайте посмотрим, что здесь дальше по коробочке. То есть коробка, вот это было бы удобнее, если бы оно вытаскивалось. Коробка содержит в себе следующее. Во-первых, блок питания. Эх, убогость. Могли бы сделать микро-USB. Я уж не говорю про Type-C, хотя бы микро-USB. 5... Вольт 2 ампера. 5 вольт 2 ампера. Обыкновенный вот такой вот DC-шный шнурок. Кабель HDMI в комплекте у нас. Распаковывать не буду, поскольку у меня есть нормальные HDMI кабеля. А то, что здесь в комплекте идет, оно стоит пару баксов от силы. Пульт. Пульт очень похож на телевизоры Philips и LG. В принципе, окей, похвально. И Instruction Manual, User Manual. Давайте посмотрим, что там у нас в User Manual, есть ли русский язык. Зачем вообще я его выпросил? Я его выпросил, потому что, ну, родителям нужен будет ТВ-бокс рано или поздно. Как вы... Смотрите, языки есть, значит, у нас немецкий, французский, английский, испанский, может быть, даже русский есть. Хотелось бы, конечно, увидеть. Нет, русского вот, к сожалению... Вот русского нет. Почти все есть, а русского нет. Так, Basic Operations, Wi-Fi Function. Окей, как подключить Wi-Fi? Даже можно подключить Ethernet. Интересно. Давайте поглядим, что там у нас с боксом. Как он у нас выглядит. Упаковано все следующим образом. Вот такая вот сверху штучка, закрывающая глянцевые полоски. Смотрите, интересный дизайн, не так ли? Интересный дизайн. На передней части находится циферблат. Небольшой экранчик, видите, как он там просвечивает. На нем будет отображаться время, каналы, название воспроизводимого файла. Слева у нас USB 3, одна штука. USB 2, одна штука. MicroSD. На другой стороне ничего нет. На задней стороне... Вот это интересно, реально Ethernet. Ethernet, SPDIF, оптический выход. Вот это тоже интересно, потому что в дешевых ТВ-боксах обычно такого не ставят. И уж тем более Ethernet в них тоже нет. HDMI, аудио-видео выход, это в комплекте нет провода, но это старый провод, если вдруг вам надо поставить на дачу к ламповому телевизору, то переходник на тюльпаны продается на Авито. И DC-шный вход. То есть, в принципе, все. Смотрите, просвечивается плата синего оттенка. Как? Я не вижу здесь просто-напросто винтов. Соответственно, я бы разобрал бы, посмотрел бы. Давайте попробуем. Давайте попробуем подцепить за что-нибудь. Потому что сборка... Ну, сборка очень плотная у этого ТВ-бокса. И все-таки
Интересненько. Интересненько. Что там внизу? Очень твердый пластик. Ладно, не буду портить внешний вид. Собственно говоря, подключаемся и переходим к обзору интерфейса. Дальше будет просто музычка. Ссылки, как обычно, в описании. С вами был Александр Мардынский. Огромное спасибо интернет-магазину tomtop.com за предоставленное устройство. Всем удачи и пока. Все-таки с платой захвата гораздо удобнее работать и обозревать вот такие вот штучки. Касательно пульта, две батарейки 3А, но они в комплекте не поставляются. Благо, у меня есть целая коробка, поэтому никаких проблем с этим не возникнет. Имейте в виду, что для пульта нужно докупить свои батарейки.